Утепление фасадов, ремонт кровли, замена ливневки и аварийной электропроводки. В программе капремонта 18 многоквартирных жилых домов. Номер 62 и 70 на улице Горького и на улице Толстого, дома номер 59 и 61. Две кровли и два фасада. На каждом доме выполняется ремонт кровли полностью 100% и ремонт фасада. И на 59-м, и на 61-м работы одинаковые. А вот счетчики, приборы учета? Приборы учета в эту программу уже не входят, потому что они запрещены стоять по программе. По графику все ремонтные работы должны завершить к 15 ноября, но пока погода не позволяет придерживаться установленных временных рамок. Подрядчики нанимают дополнительных работников. У нас срок окончания 15 ноября. Вы чувствуете, что под контракт? Успеете? Да. Успеете. Сколько людей работает на объекте? На этом объекте 10 фасадчиков, 6 кровельщиков. На том 16. У нас... Ну, это разное. Да. На том сегодня у нас работает 7 человек, или завтра, или послезавтра у нас выходит на тот дом еще 7 человек, и будем, наверное, усиливать, потому что 14 маловато. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов лично проверил, как ремонтируют и когда подрядчики планируют завершить работы. Причин для задержки сдачи домов нет. И зиму жильцы многоэтажек встретят уже в утепленных и отремонтированных домах. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.